Дүйнө дө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртүү программасы. Ишемби күнү саат 9:30 чейин. Алмас форматту угармандар, Дүйнө дүбүртүү программасы бүгүн орус тилинде өтөт. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодняшняя программа пройдет на русском языке. Сегодня мы будем говорить о геополитическом положении Украины 2018, о тех процессах, которые происходят, и вообще украинский взгляд на все события, которые происходят в их стране и в мире. Для этого мы пригласили временного поверенного в делах Украины в Кыргызстане Игора Беленького. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились ответить на эти вопросы. Спасибо за приглашение. И сразу давайте тогда первый вопрос. Сейчас все-таки огромное количество идет информационная война, некоторые называют гибридная война. Огромное количество фейковых новостей. Каждый трактует какое-то событие, да, ну пусть даже это трагическое событие, политическое или внутриполитическое, со своей точки зрения, да. И здесь бы мы хотели достигнуть объективности. Поэтому расскажите, пожалуйста, о мифах, которые существуют про Украину. Да, добрый вечер. Большое спасибо за возможность участия в передаче. В информационном пространстве Российской Федерации активно муссируется множество разных мифов относительно Украины. Первым и, наверное, самым главным мифом это является миф о том, что Украина является failed state, государством 404, которое не состоялось, и поэтому, мол, Россия должна взять Украину как малое дитя под крылышко свое для того, чтобы воспитывать, скажем так. Ну вот, например, есть такой рейтинг хрупких государств, Fragile States Index, и этот рейтинг определяет, насколько государство способно контролировать свою территорию, определять социальную политику, определять культурную, военную политику, и чем страна в этом рейтинге более недееспособна, тем выше ее позиция в рейтинге. Скажем, на первых позициях в этом рейтинге находится Южный Судан, находится Центральноафриканская Республика, Сомали. Понятно, да, что там происходит и так далее. Так вот, согласно данным 2017 года, Российская Федерация в этом рейтинге занимает 67-е место, а Украина 90-е. То есть, фактически на 23 позиции Украина более способна, более как государство обеспечивать защиту своих интересов. И это хотел бы отметить, несмотря на войну, на аннексию, незаконную аннексию части территории, в частности, Автономной Республики Крым и города Севастополь. И более того, в этом рейтинге, если там несколько, по-моему, около 10 индексов, если мы возьмем такой индекс, который очень животрепещущий для всех государств, это права человека, то Российская Федерация занимает там вообще 13-ю строчку, и ее соседями являются такие, скажем так, в кавычках, известные демократические государства, как Северная Корея, Южный Судан, Чад, Ливия. Вот это, скажем так, первый миф, да, о том, что Украина – это несостоявшееся государство. Да? Государство, да. Еще один миф, который всячески тоже Кремль пытается раздуть, это о том, что в Украине происходит гражданская война, что это внутренний конфликт. Но при этом Россия всегда выставляет какие-то либо свои условия во время переговоров, назначает своих марионеточных руководителей в эти образования фейковые ДНР и ЛНР. Мы вот видели недавно, я думаю, знают, что, скажем так, так называемый лидер, так называемый Луганской Народной Республики Плотницкий сбежал, то есть там были какие-то определенные события, сейчас он, и опять же, почему-то все вот эти лидеры, они почему-то сбегают в Москву. И был назначен другой руководитель, был назначен, естественно, он Кремлем. Ну и также в подтверждение о том, что это не является внутренним и гражданским конфликтом, достаточно понять, насколько, какое количество вооружения находится сейчас в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которые не подконтрольны сейчас Киеву. То есть и были достаточно много зафиксировано и видео, и фотосъемок о том, что там находится то оружие, которое в украинской армии никогда не было на вооружении, в частности, определенные танки, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Этого никогда в Украине не было, мы не покупали это в России, соответственно, это было завезено из Российской Федерации. На каких условиях, почему было завезено, я думаю, это ответ должен на это предоставить Кремль.
И хотелось бы еще в этой связи также подчеркнуть, что сейчас Кремль всячески отвергает свое какое-либо участие в конфликте на востоке Украины, но хотел бы напомнить, что точно так же Кремль отвергал свое участие в событиях в Крыму, когда был захват в Крыму, точно так же говорили, что там неопознанные люди, и только лишь потом президент Российской Федерации сказал, да, это были наши люди. То есть... Я думаю, что понятно, если там были наши люди, их люди, ИФ, то на востоке Украины тоже они же. Еще один фейк, который активно пропагандистские СМИ Российской Федерации распространяют, это о том, что в Украине власти пришли нацисты и что все руководство Украины нацисты. Хотел бы в этой связи подчеркнуть, что подобный тезис уже разгоняется достаточно долгое время, еще, в принципе, с 2004 года, когда было противостояние кандидатов в президенты тогда Ющенко и Януковича. Точно такой же тезис использовался по отношению к Ющенко. И были в Украине достаточно много плакатов, где рисовалось, что Ющенко представляет собой коричневую чуму. И все в подобном духе. И то есть, этому процессу уже, он не только сейчас начался, это уже ему 14 лет. Для того, чтобы развенчать этот миф, хотел бы сказать, что вот недавний опрос американской организации Pew Research Center показал, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Центрально-Восточной Европе. Примерно 5% взрослого населения ответило, что не желало бы иметь евреев согражданами своей страны, то есть всего лишь 5, тогда как в России таких 14%. И еще один миф – это относительно использования русского языка. Как видите, я могу себе… Закон о языках, да? Да, спокойно использовать русский язык, никаких проблем у меня с этим нет, и у наших граждан тоже никаких проблем нет. Больших. А в чем суть закона-то? Суть закона, он подобен, вот, который сейчас закон тоже в Латвии, что характерно, вы видите, что в Латвии тоже определенные силы начали, скажем так, требовать о том, чтобы этот закон не был принят. Суть закона в том, что постепенный переход на обучение на украинском языке. То есть, это не то, что… Завтра, да? Или да, не послезавтра, это не с 1 сентября, да. Это поэтапный, определенный переход на обучение полностью на украинском языке. Естественно, это даст больше возможность даже тем же национальным меньшинствам в Украине, да, так как без владения государственным языком дорога в государственное учреждение, государственная служба, да, социальные листы будут работать, закрыта, да? Да. Поэтому и особенно это будет, скажем, более активно, именно вот украинский язык, это будет в старших классах школы, да, когда уже человек определился с будущей своей профессией и будет уже выбирать профессию, соответственно, ему нужен будет, если это будет связано. Но никаких ограничений с использованием языка нет. Угу. Это тоже, да, фейк считается, да? Да. И хотел бы подчеркнуть, что если Россия муссирует эти слухи о том, что русский язык в Украине всячески притесняется, то интересно было бы получить точку зрения, почему украинский язык в России подвергается гонениям, а украинские организации, которые нелояльны Кремлю, преследуются. Достаточно было истории про директора украинской библиотеки, которые задерживали библиотеку, закрывали и так далее. Это вот. В эфире программы «Дюйно Дюбюрту». Мы говорим о международном положении Украины 2018. В гостях программы временный поверенный Украины в делах Кыргызстана Егор Беленький. Номер в студии 680606. Тогда к вам вопрос следующий. Вот как вы думаете, сейчас очень много пишется про Украину, про его внешнеполитическую деятельность, особенно про президента Украины и ту позицию, которую Украина занимает в Европе и на других международных площадках. Вы могли бы поподробнее рассказать позицию Украины по этим вопросам? Ну, давайте начнем, наверное, с отношений Украины и Европейского Союза, так как у нас задекларирована наша цель Украины – это вступление в европейские и евроатлантические структуры, то есть ЕС и НАТО, но это в перспективе. Наиболее значимым событием прошлого года, 2017-го, это было предоставление Украине без виза. Безвизовый режим действует для владельцев биометрических паспортов. Мы в прошлом интервью мы касались этой темы. Да? То есть, 90 дней, да, вы говорили? Да.
Это удобно туристам, студентам, научным работникам, кто на конференцию летит, да? Да, то есть не нужно, то есть получил в Украине биометрический паспорт и билет. Спокойно пересекаешь границу, границу, да, участвуешь. Но без права работы, да? Да, конечно, без права работы, да. Без права работы нет. И благодаря, может быть, этому в некоторой степени Европейский Союз стал общий, да, все страны, которые входят в Европейский Союз, торговым партнером номер один. И более 40% внешнеторгового оборота составляет торговля с странами Европейского Союза. То есть она возросла, да, намного? Да, значительно возросла. Значит, по информации Министерства экономики Украины, экспорт украинских товаров вырос на 4,2 миллиарда долларов, и, то есть на 26,7% по сравнению с 2017 года, по сравнению с, то есть на четверть возросло по сравнению с 2016 годом. Да. Ну, более всего увеличились поставки руды, кукурузы, рапса, подсолнечного масла, ферросплавов и так далее. Господин Владимир, у нас звонок, примите звонок. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алмаз. Я хотел бы задать временным поверенным в делах. Очень рад, что вы вышли. Нас очень интересует, потому что корнями связаны мы с Украиной. У нас много украинских граждан, хотя фамилиями, да. И мы очень заинтересованы. У меня вопрос такого характера. Что же послужило все-таки причиной конфликта между Россией и Украиной? Не связана ли она с таможенным союзом вступления, да? Или вот, и если да, то какая заинтересованность была России в Украине, в его богатствах или военно-промышленном комплексе? И второй вопрос, как вы хотите решить проблему вот на востоке страны и в то же время с Крымом? Военными силами или силами международных организаций, как ООН, или какой-то есть, как бы, оставить на будущее поколение эти конфликты, проблемы, как вот Грузия делала в свое время. Спасибо. Спасибо, Алмаз. Вам понятен вопрос? Да, второй вопрос про закон о реинтеграции имеется в виду? Да. Да, пожалуйста. Да. Значит, вопрос относительно причин и истоков, да, конфликта, украинско-российского конфликта, конечно, он был спровоцирован незаконной оккупацией Российской Федерации Крыма и города Севастополя. Это, скажем так, как был спусковой крючок, и после этого уже события начали развиваться вот в таком русле, и такая ситуация, как мы сейчас имеем. После этого был, ну, я думаю, что те, кто интересуется данным вопросом, знают, что тот же господин Стрелков, да, который был, захватывал и принимал участие в событиях в Крыму, захватывал Верховный Совет Крыма. После этого также он захватывал и Славянск. Ну и о том, что многие, скажем, средства массовой информации, не только Украины и Российской Федерации, говорят о том, что он является кадровым сотрудником или бывшим кадровым сотрудником, я думаю, это уже не важно, российских вооруженных сил, в частности, Федеральной службы безопасности. То есть в данном случае мы говорим о том, что это одни и те же люди. Сначала конфликт был в Крыму, затем был конфликт на востоке Украины. Но я не хотел бы сказать, что это именно в 2014 году началось. Я думаю, что многие помнят, кто, скажем так, чуть постарше, может быть, интересуется политикой, помнят конфликт с островом Тузла в 2003 году. Вот тогда действительно, да, тогда стоял вопрос о том, что будет ли Украина входить в единое экономическое пространство или все-таки нет. И, возможно, вот разыгрывание, попытка разыграть карту Тузлы, когда со стороны Таманского полуострова начали строить дамбу внезапно и строили ее просто бешеными темпами по 100 метров за сутки, с целью, возможно, склонить Украину к вступлению в единое экономическое пространство. Тогда уже, вот недавно я много прочитал по этому вопросу, и пограничники были готовы. То есть тогда, скажем, вот, конфликт тоже имел все шансы перерасти в горячий, но его удалось на тот момент погасить. Так что
Было бы немного неправильно говорить о том, что именно этот конфликт, нынешние украинско-российские отношения, это война, это результат 2014 года. Скорее всего, это результат постоянной политики России по отношению к Украине, начиная с Тузлы. И также здесь можно вспомнить и серию, скажем, торговых войн, и мясные войны, и когда не допускалось мясо украинское, сыры, молочная продукция. То есть мы страдали достаточно. Ну, в принципе, как и вот сейчас я тоже наблюдаю за торговлей в силу обязанностей Кыргызстана, да, что экспортируется, достаточно не одинокие, да, случаи, когда продукция киргизских фермеров, в частности фрукты, яблоки, не позволялось поставлять их в Российскую Федерацию, и она возвращалась назад. Соответственно, это были достаточно большие убытки для киргизских предпринимателей. А второй вопрос про Донбасс, как возможный вариант решения военным путем, да, или мирными переговорами? Военный путь, конечно же, отбрасывается только политико-дипломатическим путем. Один из способов решения – это полицейская миссия. Миротворцы, да, вы имеете? Да, миротворцы, да. Миротворцы, но здесь мы опять же сталкиваемся с противодействием Российской Федерации, которая не считает, что полицейская миссия должна находиться на границе Украины и России, а только вдоль линии разграничения, что, конечно же, не может быть принято украинской стороной никоим образом, так как территория Украины является единой, неделимой, и все фейковые образования типа подобные ДНР и ЛНР, они не являются ни субъектами международного права, соответственно. У нас есть четкая граница, определенная между Украиной и Россией, подписан большой договор о дружбе. Какова протяженность границы? Сейчас вам даже не скажу, но... Минимально 400 километров, да, там где-то так, да? Да, там да. И закон совсем скоро будет, в мае проведена Нормандская четверка, да? Да. Там не будет Российской Федерации, да? И будет подниматься вопрос как раз о введении миротворческих контингентов, да? Да. Формы. Как вы оцениваете вот этот процесс, нормандский процесс? И все-таки есть еще Совет Безопасности ООН. Да, есть Совет Безопасности, но не нужно забывать, что кто в Совете Безопасности имеет право вето. Поэтому все, скажем так, украинские, да, предложения, украинские инициативы, направленные на решение этого конфликта, они могут быть заблокированы Российской Федерацией, исходя из ее личных, скажем так, каких-то побуждений, мнений и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, Украине невыгодно, Российской Федерации невыгодна богатая, независимая Украина. Это почему? Ну, потому что если будет рядом сосед, который, скажем так, образовался на тот же момент, как на момент распада Советского Союза в 91-м году, да, и который за эти года с 91-го по какой-то год X, да, показал себя, что он развивается гораздо большими темпами при отсутствии такой мощной материальной базы, которая есть в Российской Федерации, соответственно, это могут возникнуть вопросы и у граждан России, а почему Украине это удалось, а нам при нашей богатстве нам это не удается. Угу. Вот еще такой вопрос вот здесь возникает. Есть все-таки Украина стремится, как вы вначале сказали, в Европейский Союз стать постоянным, да, полноправным членом, угу, и в НАТО, да, в перспективе, да, вы сказали. Но мы же знаем, что и в НАТО, и в Европейском Союзе есть правило, да, о том, что все территориальные вопросы должны быть урегулированы. Как, да, вы вот объясните вот стремление Украины и возможность, вот то, что есть у вас территориальные такие? Ну, мы говорим все-таки о достаточно далекой перспективе, и европейские политики тоже говорят о том, что этот вопрос может быть рассмотрен где-то, может быть, через лет 15, где-то так, да? То есть, пока что Украина не соответствует всем стандартам Европейского Союза для вступления. Ну, с другой стороны, правда, и Болгария и Румыния тоже не соответствовали на тот момент, но пошли им на определенные уступки, и Болгария и Румыния потихоньку подтягиваются к Европейскому Союзу. То есть, скажем так, это... Можно сказать, что это последний эшелон, да, из вступивших в ЕС. Mm. Естественно, они сейчас... Из Восточной Европы, да? Ну, вообще, да. Там же, кстати, и Грузия, да, так же, как и Украина, да, стремится стать членом НАТО, Европейским Союзом. И Молдова тоже. И Молдова тоже. Грузия, Молдова. То есть, три государства, да? Три государства, да. То, что те, кто входит в Вышеградскую четверку, да? Ну, Вышеградскую четверку, Вышли, да, да, входят наши соседи, Украина, угу, и соседи. Угу. Ну, вы тоже, да, как бы используете этот формат для, да, работы? Конечно, Вышеградская четверка постоянно работает. Есть какие-то результаты вот по Вышеградской?
По Вышеградской четверке, ну, результаты все время есть, потому что группы заседают, но это в основном касается, скажем, каких-либо спорных моментов не территориальных, а приграничных. А во-вторых, также является, скажем, нашим плацдармом для того, чтобы Европу, объяснять, да, в Европу. Господин, время, звонок у нас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Саида. Саида, здравствуйте. Я звоню с Бишкека. У меня вопрос. Ну, так как уже всем известно, что то есть связь сотрудничества Кыргызстана и Украины, ну, постепенно улучшается, да? Нам, как, то есть предпринимателям, какую отрасль посоветуете вы для бизнеса? С Украины, да? Спасибо, Саида. Да, спасибо. То есть уже идет конкретный вопрос экономический. Да. Какой сектор для бизнеса кыргызского? Для кыргызского бизнеса. На Украине, да, насколько я понял вопрос? Да, ну, во-первых, учитывая возможности Украины, скажем, в обрабатывающей, имею в виду, обработка, да, сельхозпродукции, вполне возможно, что одной из ниш является эта поставка в Украину орехов, сухофруктов, которые очень достаточно известны, с целью их дальнейшей упаковки, переработки и отправки в европейским потребителям. То есть используют возможности Украины, да? Да, то есть это проще перевести туда, чем здесь строить завод с нуля, который, ну, он сразу же не заработает, то есть это же тоже определенный процесс, ну, и да, а потом опять везти это опять же в Европу, опять через достаточно транзитные пути, да, да, то есть это дорого. Знаю, что мы общались вот с Кыргызским союзом предпринимателей и промышленников, они заинтересованы о том, чтобы поставлять сюда, допустим, семечки, да, и здесь сделать масло, и масло поставлять в Китай. Ну, то есть вот такая, а, вот то есть такая уже, была. А, то есть это наоборот, да. Наоборот, да? Да, да. Вот, ну, допустим, поставки из Украины сюда, вот у меня есть статистика. Да, пожалуйста, если можно. Да, значит, к сожалению, в 2017 году у нас опять товарооборот уменьшился, но уже, скажем, не так критично, как в 2016 году. А сколько было вообще товарооборота между странами в сумме, в долларах, миллионов? В прошлом году у нас общий товарооборот у нас 40,2 миллиона долларов. Это товары и услуги. Угу. Это вместе. Ну, то есть у нас служба статистики считает просто это раздельно. Экспорт наш, торговля товарами 37,3 миллиона уменьшилась на 11%. Экспорт из них украинских товаров 34,3, а импорт кыргызских товаров в Украину 3 миллиона долларов США. Больше всего мы сюда поставляем фармацевтическую продукцию. Я думаю, что вот, телезрители, может быть, смотрят канал ТВ1КГ, ТВ2КГ. Вот там спонсоров поездки, спонсором поездки корреспондентов они ездили, по-моему, в Вьетнам, в Италию, является украинская компания «Фармак». Там, да, да, и там реклама «Фармак». Да, и вот в этом, кстати, в этой связи, извиняюсь, я забыл сказать, что относительно развенчания мифов про Украину, в кабельной сети «Акнет» с декабря, по-моему, или с конца ноября в разделе «Новости» есть украинский канал «УАТВ». Уже на, спутник. Он уже, нет, «Акнет». А, вещает, да? «Акнет», да, кабельный, да, в кабельном «Акнете», да, в кабельной сети «Акнет» есть канал «УАТВ», он вещает на русском языке, на английском, естественно, на арабском, на крымско-татарском. Там новости, там разнообразные передачи про культуру, там очень много музыкальных клипов украинских. Кто заинтересован, может посмотреть. Ну и, я думаю, приобщиться и, возможно, путешествовать в Украину. Да, и возвращаясь назад к торговле, значит, первое место у нас по экспорту сюда – это фармацевтика. Также электрические машины, сахар, кондитерские изделия, продукты из зерна. И в этом году у нас выросли, скажем так, достаточно существенно поставки мяса и субпродуктов. На целых 2,4 миллиона долларов. Угу. То есть это... Вот здесь, я извиняюсь, господин Дарин Поверенный, здесь вот читатель пишет, вопрос задает, когда будет прямое сообщение, авиасообщение между Бишкеком и Киевом, как было раньше? Будет вообще предполагаться такие перспективы? Мы активно работаем над этим вопросом. Было разрешение, украинская авиаслужба предоставляла разрешение на перелеты
турецкой авиакомпании Atlas Global. Но это было еще в 2015 году, по-моему. Но Atlas Global отказалась от совершения таких полетов. На данный момент мы получили обращение агентства гражданской авиации Кыргызской Республики. У меня была встреча с руководителем этого агентства. Мы получили от них письмо о том, что они заинтересованы в возобновлении этого авиарейса. Это письмо мы отправили в Киев на рассмотрение в нашу государственную авиационную службу. Это буквально было 2 недели, где-то 3 недели назад. Ну, сейчас ждем ответ из Киева. Кыргызская сторона выразила готовность и предоставить определенные скидки в аэропорту Манас на обслуживание. И также провести переговоры, будь то в Бишкеке, будь то в Киеве, они готовы к проведению разговора. Ну, вопрос не случайно задан, потому что без прямого авиасообщения очень строить и бизнес, и экономику, да, и туризм. Да. Да? Да, мы это писали, не единожды мы это писали, о том, что это является сейчас, в принципе, одним из существенных, скажем, то, что тормозит развитие наших отношений далее. Если бы был бы прямой рейс, это было бы, конечно, гораздо проще путешествовать в Украину, и более того, для граждан Кыргызстана гораздо проще стало бы путешествовать далее в Европу, потому что в данный момент все достаточно сложная логистика для путешествий, нужно или ехать в Алматы, а из Алматы опять же лететь в Киев, а далее из Киева в Европу, или лететь через Стамбул, ну а турецкие авиалинии там не самые дешевые билеты. Господин Кривин, поверьте, телефонный звонок, прием. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, мне зовут Азамат. Азамат, да, говорите вопрос ваш. Можно вопрос задавать? Да, 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 пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по-украински, по-грызски отношения. Спасибо большое. Спасибо. Кыргызско-украинские отношения. На какой стадии находятся? Какие перспективы? Кыргызско-украинские отношения. Ну, на данный момент, к сожалению, у нас нет активного политического диалога. Президенты наших стран встречались достаточно давно. Была встреча министров иностранных дел в Гамбурге. Ну, она была более, скажем так, короткая, да, то есть это не полноформатная встреча, это на мероприятии, то есть это такая двусторонняя встреча. На саммитах где-то, да, на крупных мероприятиях. Да, ну, надеюсь, что в этом году, в октябре, ведь с 3 по 6 октября будет осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке, естественно, прилетят наши парламентарии. Будем организовывать встречи, будем пытаться организовать встречи с руководством и Жигорку Кенеш, и Министерства иностранных дел, для того, чтобы, скажем, дать старт этому процессу, возможно, с прицелом на 2019 год. То есть новый импульс, да? Да, да, именно в политической сфере. Ну, в экономической сфере нас, к сожалению, тормозит запрет Российской Федерации на транзит своей территории украинских товаров, да, определенных категорий. Это касается доставки товаров в Казахстан и в Кыргызстан. То есть тоже логистика достаточно сложная, поэтому у нас вот и упали поставка сюда и конфет, и определенных готовых продуктов из зерна. Угу. То есть это вот такой ну вот и фактор. Другой сельхозпродукции. Да, да. Все-таки логистика это большую роль играет. Конечно, это да. И тут не 100, не 200 километров, тут 4000 километров. Это ну, существенно. Да, тут вопрос такой конкретный задает из зрителей. Скажите конкретные плюсы отступления Украины в Европейский Союз. Есть ли они вообще? Ну, мы сейчас нам еще рано говорить о Европейском Союзе вообще, потому что мы пока что только являемся, скажем, мы подписали только договор об ассоциации и о зоне всеобъемлющей экономической торговли. Плюсы, конечно, есть. Что это даст Украине, да, наверное, такой вопрос, если в будущем вступит? Да. Почему так Украина стремится в этом плане, наверное? Ну, во-первых, нельзя забывать, какой емкий рынок Европейский Союз собой представляет. Да? Ну, 500 миллионов человек. Да, это достаточно большой рынок. За этот рынок стоит бороться. Угу. В этой связи хотел бы отметить, что думаю, что все знают, что в Украине весьма плодородная земля, чернозем. Вот, да? Кстати, про чернозем тоже вопрос, да, есть, да. Да, да, чернозем, плодородная земля. И, соответственно, кстати, задают вопрос, что будет ли распродажа, да, или там. Нет, ну, распродажа земли нет, это все-таки не супермаркет. Ну, тут приватизация, да, имеется в виду. Да, ну имеется в виду, да, возможно, сдача в долгосрочную концессию, в аренду. Ну, я думаю, рано или поздно это будет, потому что земле нужен хозяин, потому что не вся земля используется в Украине. Я думаю, это понятно, она не вся
использовалась даже при Советском Союзе, когда нужно было вытягивать сёль, потому что, скажем, в Сибири достаточно сложно пшеницу выращивать ввиду определенных условий. Условия в Украине другие, да, да, благоприятные. Да, очень благоприятные условия. Соответственно, когда земля будет передана в частные руки, но это должны быть, на мой взгляд, это должны быть, скажем, крупные инвесторы, крупные акционеры, которые смогут не просто эту землю иметь как просто как предмет торга или предмет перепродажи, да? Да, а чтобы за ними стояли мощные финансовые потоки, которые смогут инвестировать в Украину путем приобретения тех же семян, приобретения техники для того, чтобы все это обрабатывать, соответственно, иметь создание крупных товарных производств, да? Товарных производств, логистических центров для того, чтобы можно было потом экспортировать ее не только, скажем, железнодорожным транспортом вывозить, а и вывозить морским транспортом в тот же Китай и так далее. Ну, то есть... ну для 500 миллионов рынка, конечно, да? А Европейский Союз, да. А еще какие плюсы вот в будущем, кроме рынка? Там? Ну, вот возвращаясь назад к безвизу, да, я хотел бы сказать, что у нас безвиз не только с европейскими странами, вот недавно у нас подписан договор с безвиз с Катаром. Ну, Катар является достаточно, скажем, закрытым государством, да, одним из самых богатейших государств в мире. У нас безвизовый режим с Катаром уже установлен. Это был результат поездки президента Украины, да? Да. Когда вот военная выставка, да, была? Да, да, да. Да. На сколько дней? 90 вот. Дней, да? Да. И еще до подписания вот с Эмиратами и с Катаром соответствующих соглашений, украинский паспорт, соответственно, скажем так, котировался номер один в странах СНГ, ну, кроме, не будем брать страны Балтии, они давно... Они, как все они есть, да? Да, они есть, да, то есть это номер один по количеству стран, в которых можно было ездить без виз. Вот, и 40-е, если не ошибаюсь, или 44-е место в мире среди всех паспортов. А, ну, по рейтингу паспортов, да, так, да, называемого. Да, 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 да. Ну, это довольно высокое место, да, у нас? Да. Что именно еще привлекает в Европейском Союзе, вот кроме, допустим, там, может быть, европейские ценности? Европейские ценности в первую очередь, потому что Украина всегда являлась частью европейского пространства общего, и такие ценности, как демократия, права человека, уважение к личности, они являются неизменными, то есть и Украина их разделяет, и, соответственно, в этом у нас нет никаких противоречий с Европейским Союзом. И я думаю, что и очень много же культурных, скажем так, общность наша культурная и из Польши, и из Словакии, и из Чехии, и я думаю, что этот пойдет только к нам на пользу. Угу. Здесь такой вопрос задают, вот понятно отношение Украины с Россией, да? Ну, кроме России, у Украины есть еще другие соседи, да? Это вот Белоруссия и ряд других государств. Со всеми ли урегулированы пограничные вопросы, то есть вот демаркация, демилитация? Нету спорных ли вопросов в экономике с соседями, кроме России? Нет, насколько мне известно, с Белоруссией, с соседями у нас никаких территориальных споров нет. Был у нас территориальный спор остров Змеиный с Румынией, но это тоже достаточно давно было. На данный момент... У нас территориальных споров нет. То есть вы все демаркировали? Да. То есть здесь таких вопросов нет? Нет, да? Нет, территориальных нет. Здесь еще такой вопрос. Как вы думаете, вот было в 2018 году Украина все-таки будет на пороге выборов, да? Вот у вас 2019 президентские выборы. И парламентские. Как вы думаете, как они пройдут? Вот будут ли новые кандидаты, или все-таки сейчас процесс на Украине идет именно как подготовка к выборам вот заранее? Ну, естественно, процесс подготовки к выборам начинается не за месяц до выборов, за, ну, минимум за год, да, да. То есть это, ну, в первую очередь связано это с определенными техническими моментами. Это нужно всех избирателей произвести учет. У нас нет пока что электронной системы голосования, как в Кыргызстане, электронно считываемых урн. Приезжали из нашей центральной избирательной комиссии, и глава приезжал, интересовались, предоставляли им информацию. Возможно, будет. Я думаю, эти выборы не успеют, но, возможно, в будущем будет. Может быть, не такой формат, не электронные урны. Например, в странах Европы достаточно иметь тоже приложение в мобильных, мобильных телефонах, гаджетах, и не нужно вообще никуда, в принципе, ходить, имея электронную подпись и так далее.
Выборы 2019 года, я очень надеюсь, что они пройдут спокойно. В принципе, для этого есть все основания. Относительно новых политических игроков, я думаю, что в 2019 году их не будет. Скорее всего, будут все будут те же кандидаты, которые прошлый были в 2015 году. Действующий президент, понятно, действующий президент, да. То есть, и лидеры, соответствующие, лидеры блоков, партия «Батьковщина», да, «Народный фронт», да, 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 сама, то есть, «Самопомощь». Вы не предполагаете, да, что будут новые какие-то игроки политические? Ну, пока что, честно говоря, я их просто не вижу. То есть, ну, год – это достаточно маленький срок для того, чтобы человек себя успел продемонстрировать настолько, чтобы раскрутиться, и участвовать в выборах. Уже, да. Здесь такой вопрос есть. Вот, каково сейчас отношение США и Украины? Тут очень много пишется о вооружениях, поставках, да, там, о джавелинах, о других вариантах, да. На каком уровне находится вообще уровень американо-украинских отношений сейчас? Уровень украинско-американских отношений достаточно высок. Да, поставки джавелина, насколько известно, должны состояться. Но в первую очередь хотел бы сказать, что это оружие не наступление, это оружие обороны, так как это оружие от наступления танков в первую очередь. Поэтому тоже раздувать, я думаю, тему о том, что Украина получит джавелины и будет наступать на военным путем пытаться решить конфликт на Востоке, это достаточно смехотворно. США оказывает военную помощь Украине. И мы очень благодарны за это. И здесь такой вопрос, ну, тем более по военной помощи, те же самые джавелины будут храниться, да, да, на складах, конечно, на Западной Украине, да. То есть не той части, конечно, там шансов там нет гарантии. Да? Тогда такой вот вопрос, наверное, один из заключительных вопросов. Как вы видите место Украины вот, в ближайшие 2-3 года? Какие могут быть произойти изменения на международной арене, внешней политике? Вместо Украины. В ближайшие 2-3 года, ну, в первую очередь, нужно провести выборы. Выборы должны, проведение выборов должно соответствовать всем нормам демократическим, и парламентские, и президентские выборы. После этого формирование правительства, нового правительства Украины. И я, ну, так как у нас задекларирована четко цель вступления в европейские и евроатлантические структуры, то есть сама политика Украины не изменится. Евровыбор, да? 2-3 года, да. Евровыбор, да, это наш. Тем более, насколько я заметил по телевидению, флаг Украины и Европейского Союза, да? Да, у нас возле министерства, да, возле министерства висит, да, флаг Украины. И в Грузии также, по-моему, да? Да. Что вы хотели пожелать гражданам Кыргызстана, вот, как временные поверенные Украины в Кыргызстане? Гражданам Кыргызстана я хочу пожелать мудрости, в первую очередь. Вот особенно учитывая, что вот приближается 7 апреля, да, годовщина апрельской революции в Кыргызстане. Мудрости и, конечно же, процветания. И гражданам Кыргызстана, и всей Кыргызской республики. И хотел бы пригласить всех граждан Кыргызстана не бояться ехать в Украину, ехать в Киев, смотреть, знакомиться с Киевом. Там нет, скажем так, бандитствующих молодчиков на улице. Вы можете там спокойно говорить на украинском, конечно, на русском языке. Ну, кыргызский, к сожалению, я думаю, что не поймут, но английский поймут и так далее. То есть, никаких, все эти страшилки нужно забыть, просто съездить, посмотреть. Один человек съездит, расскажет 10, 10 поедет, расскажет 100. И я думаю, в информационном пространстве Кыргызстана определенные стереотипы будут разрушены. И новый импульс к кыргызско-украинским отношениям. Конечно. Будет, да? Спасибо вам. На этом программа «Дюйной дебюрты» завершилась. Спасибо вам большое за столь интересные ответы. В программе «Дюйной дебюрты» был временный поверенный тылах Украины в Кыргызстане Игорь Беленький, автор и ведущий программы «Дюйной дебюрты» Эдиль Асамбетов. До свидания. До свидания. Дюйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган дүйнө дүбүртүү программасы. Ишемби күнү саат 9:30-9:30 чейин.